безопасные и качественные дороги в Чебоксарах. В новом выпуске передачи «Комфортный город» поговорим о реализации этой федеральной программы, где в этом году появится новый асфальт, кто контролирует качество ремонтных работ и какое покрытие укладывают на чебоксарские дороги. Ответы в программе «Комфортный город» в эфире национального телевидения Чувашии 19 июля в 20:30.